Знакомьтесь, Мандрил. Ну и куда же без любителей познакомиться с девушками? Правда, вряд ли она в восторге от такого флирта. Но как прикольно это смотрится. Хотя Мандрил может совершить побег ради девушки. Например, он спокойно переплывает ров с водой, встает на электрическую проволоку и по ней перебирается уже на свободу. Наверное, он знает, когда отключают электрический ток. А вот гориллы – это другое. Несмотря на то, что они смотрятся спокойными, они в мгновение могут стать яростными и нанести сокрушительные удары. Нужно быть крайне осторожными. Например, она легко схватит человека за ногу и потащит его за собой. Хорошо, туриста быстро отбили. И даже маленькая горилла легко собьет человека с ног. Да и бороться с ней будет очень тяжело. Это павианы, и они крайне дерзкие. Вот так он реагирует, когда в него кинули едой. А еще они могут охотиться на копытных и поедать их. Павиан без труда может утащить детеныша антилопы, и мама не сможет отбить его. Выглядит такая охота крайне жестоко, но ничего не сделает, дикий мир. А эта безумная мартышка решила украсть банан прямо изо рта орангутана и сильно об этом пожалела. Силище у него немерено. Но кроме того, это очень умное животное, которое спокойно может управлять электрокаром и делает это с превеликим удовольствием. Посмотрите, как этот рыжеволосый красавец катается и рассматривает свое владение. Прикольно,